сейчас расскажу, как делать гроут и как исправлять вторым днем остальное уже. То есть вот такой материал Fusion Pro Single Component Grout. Значит, делаем уже с помощью пальца. Вот у меня здесь, допустим, есть швы, которые нужно заполнить. Кстати, по вкусу оно такое, как бы, так пахнет вроде бы не очень, а на вкус как бы приятное. Похоже, что-то как ореховый какой-то вкус. То есть, может быть, они по цвету как-то сделали. Вот у меня здесь дырочка есть. Эту дырочку замазал. Но вот этого коричневого конкретно вкус такой ореховый. И потом сразу вот так вот делаем. Понравилось видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Все, до новых встреч, пока.